Да, вода, конечно, говёная стала, блин. Но ты подожди, они воды доберутся. Кажется, она поджирала дофига, а они... Не, он не садится, он развернулся, пошел по берегу опять на восток. А, нет. Закрылки выпускает. Собрался садиться. Ты откуда стартуешь, Лех? С гулета. Это рядом, блин, Макс, вот смотри. Ну ясно, я уже нашел. Ты YV10, а я на BP97. Прямо лететь. Да, летишь прямо. А я сейчас буду взлетать. Нет, с облаками тоже нормально. Видишь, летали, никто никого не сбил. Так да, в том-то и дело, да, он на какой хорошо. Там... Раньше, блин, как только сил наши, все, уже никуда не денешь. А тут раз и можно так в том-то уйти, и дело. Выйти из боя, о, хорошо. Все, там стена идет серая. Да, прикольно, конечно. То есть, Олег, видимость такая, что я не вижу да, я свою понял, консоль понял. Крыла. Да. Просто... Консоль крыла не видишь? Да. Да, там все забито просто вообще. Ничего себе. Ничего себе. Тогда так пробовал, летал, блядь, но я там стена просто вот передок. Может, после обновы сделали, да. Может, сейчас вот после сегодняшней обновы это добавили. Потому что раньше этого не было. Не-не, сейчас стена, плита просто стоит. Это, наверное, сегодня ввели, блин. Сложно. Потому что я эту мглу, блядь. И неприятное ощущение, потому что вообще не страшно, непонятно. Да, непонятно, куда летишь. Почему непонятно? У тебя приборы есть. Не, если приборы есть, то да. Да все равно страшно. Зайди в спайк. Эй! Так, Макс, я взлетаю. Слушай, а что ты, блин, опять взлетаешь только что? Не понял. Ты говоришь? Ты будешь сегодня сбивать кого-нибудь? Ты только взлетаешь. Ты посмотри, что только что дворец взлетал, уже на 8. Куда двор один? Ушли на этот, на штурм. А что там, никого нету? Подождите. А ну, видно, увидели вот эту хуйню, да, и разбежались. И третий, посматривает, коллега. Короче, Макс, я в левом мираже, я в правом стою, забираю. Давай набирай, на облака туда греби. У тебя облака перед тобой есть? Большие, ну вот туда и иди. Никого не найти. Давай, давай на лодке, на эту, на штурмовую. В шторме много народу. Да, 33 было сейчас, наверное. А я вижу тебя, ты над облаками, Леха? Я над аэродромом. Ну, наверное, чуть-чуть выше. О, наверное, ты придешься, да? Да, я путинская. Ширная попытка будет. Точно ты. У тебя высота какая? Две? Группа вон навстречу идет, да, две. 1800.
А у тебя анохи включены или что это? Нет, выключены. А там шар какой-то светится, к тебе подлетает. Стрельба идет. Какая НЛО. А, там бойня, он бой, по-моему, гасится. Вот, я тебе и говорю, давай туда подходи, я за тобой. Это вы, лобчик, разбегаю. Ага, я смотрю, шар такой. Он сигналку стрелял. Наверное, там трое. Поэтому я увидел. Трое, да. А высота что там получше, чем мы? А ты куда, Андрей, садишься? 2000. Куда-то, блин. Четверо. Я это не считал. Юрий. Четвертый. Стоп. Где он? Ё-моё, блин. Вот этот питон с нами попрощался. Сказал всем спасибо, блин, за прятки в облаках. А, завтра продолжим. Ладно, облака за, прямо за видно. Прятки в облаках отдельное спасибо. А это мы с ним, и ты же с ним тоже прятки в облака. Огонь, даже огонь, видишь? Да? За придержание ничего не слышу. Говорю, огонь, огонь, видишь? Да, 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 да. Видишь, Макс, он, они качаются. Раз, два, три, четыре, пятеро. Толпа целая, охереть. Форум надо идти. Надо идти срочно с топором. Кстати, будешь выпускать, Андрюха? А что, я не выпустил? Моё, блин. Семен, Семен. Теперь пласты не хватит. Да. Разгоняйся. Да ладно. Ногами, ногами. Что? Да, правда. Как этот Флинстоун, помнишь? А он пляж не справа. Вот они красавчики. Вот они ролики Спитфайра, наверное, там есть. Леш, застримишь? Андрюха, а у тебя колесо зафиксировано сзади? Ну да. Я и зафиксировал. А она, прикинь, у тебя крутилась сейчас. Да? Она, оказывается, не фиксируется. Ты снимешь? Кольцо зафиксировано сзади, да? Это все зависит от состояния. Слышал, Андрюх? Да, слышал. Ты сейчас садишь, но она у тебя крутилась. Ну. Разный сорт. Люди серверов могут. Леха, высота какая у тебя? Вот он не зависит. Ладно, пойду на стрим посмотрю. Они на нулях уже? Нет, на тысячу. Кто-то спускает. А я это не спущу. Да, спускает. Все, боролся еще. Да, прикинь. Кто упоролся-то? Спускаюсь, у меня высота я была. Хорошо, он подвешивается. Поторопился. Да. Они роли не все, когда ты будешь. Слушай, у земли ветра нет?
ветер. Там турбулентность была раньше. Он не видит, да, потерял. Походу, да. А он один? Один, да. Один, хорошо. Да, подкрадывайся аккуратно. Второй кто-то тоже из наших, да? Возле земли этот самолет дергает. Ага, еще один подошел. А, мессер Почему не у тебя слетает? Я не знаю, но слетели на полку и нам устал. Так ты же вроде настраивал недавно опять. Да я опять слетали. Вот кто-то разбился. Или это... А какой один квадрат раз... примерно? Где это? К штанам ближе или куда? Не-не-не, это не долетает. Нет, это не долетает, это уже, по-моему. Это... Севернее топора. По-моему, где-то так, да? Южнее, южнее. Южнее, точно, да. Магнитное отклонение я перепутал. Не, у земли реально дергает самолет чуть-чуть. А, она с пятам бьет. Ладно, не спешу. Сука, заметь. Да, когда заметь, гараж станет, не достанет. Чуть-чуть не достаешь. Да что ж такое-то, я говорю? Есть, есть, есть. Тоже не критично, но уже хорошо, ему уже хорошо. Кто он разбил? Нет. Дора, что ли? Да. Шара. У этого что-то сивочка течет такая. И огни красивые, да, стали от этих? Ну да. Сзади закурили, сейчас сюда насадят. Да кто там? Есть лобовая, зашел. О, да, лоб... это красава. Лобовую при самой восьмой ходить, только ёбнутый надо быть. Сейчас, сука, так не поддерживает.
Раньше говорили, подсасывают. Да, подсос. Если стрим смотрит, я подсос. Что, полетел добивать, что ли? Не, ну были такие, что и добивали, лишь бы очко заработали. Я думаю, у него есть очко. Нет. Ваше очко уходит зрителям, да? О, чуть не забыл переключить. Вот его бат, его бат. Сначала задний вырабатываешь? Ну тогда тебе надо это. Переключи. Правильно стоит у тебя. Полностью вверх стоит. Да. Открыто. Ну, ладно, парни, давайте всем вот, счастливо. Давай, Али. YouTube-то подрезает, но все равно видно, картинка чуть-чуть поменялась. Эти полосы, этих полос не было, да, таких? На приборах отражение, да? Да, да, да. Что-то есть. Раньше были. Да, я что-то такое не помню. От солнца вот это вот. С Бенни Сюрмира. Да, они там взлетают и идут к бетону обычно. Сейчас, наверное, по низам. До встречи. Да, да, вижу. Сейчас они тоже подкорректировали бы. А сейчас получше летает, чем раньше. Постепенно что-то меняет. Муся, да. Пиши, не пиши, подойди снизу аккуратно. Прямо в кузень. Всех четырех столов, шести вернее. Смотришь, у него не сработала сигнализация. Бездный. Что же ты спишь, ах ты, блин. Что ж ты сразу промазал-то? Он все-таки разгорелся. Не, ну да. Да, красиво, да, вот эффект. Вот, раньше такого не было, да. Идет, да он ему пиздец, или нет? Не-не-не-не, пиздец. Пушечка, да. Хорошо. Я не видел. Подсорки. Хотел этого ебануть тебя, да?
Вижу, вижу. Как он тебя еще не стрельнул. Но она тоже неожиданно тебя заметила. Оружие у тебя есть еще? Мало? Так лучше уходи, конечно. Там пушки, которые в корне, там по 250 снарядов на ствол, а которые в консолях, там по 125. По-моему, по 125 или по 120. Короче, в два раза меньше. Вдвоем летаете? Да. Там по дуэли? Сейчас посмотрим. Петюка, у тебя только 51-й, да, Мустанг? Да. Угу. Ладно, парни, тогда тут миссия кончилась уже, пойду я. Давай. Да, все, да, спасибо, до завтра. Хорошо, ты ему рассунул. Тогда убегай. Что ж такое-то, ёпта? Засмотрелся, блядь. Что, разбился? Дерево поймал. Жалко, блядь, так хорошо, блядь. Ладно, я тоже пошел. Счастливо всем. Счастливо. Пойдем. User disconnected from your channel.